Так, добрый вечер, спасибо, что пришли. Я бы хотел сказать несколько слов перед тем, как начать игру. И вообще, наверное, сегодня будет немножко такой неожиданный жанр, будет немножко больше слов, чем обычно, потому что я еще буду говорить между каждой вещью. Но просто надо сказать, что тут вот немножко необычная такая вещь, потому что все эти вещи написаны практически 50 лет назад. То есть вот тут будут вещи, написанные в 71-73 году. Это вообще какой-то совершенно другой мир и совсем другая музыка. Вот мы сейчас привыкли, как сказать, смешение всего, а все-таки тогда было очень четкое разделение. Была там академическая музыка, совершенно четко, правда, она сейчас есть, но вот эти стены такие, как сказать, крепостные, тогда их были более четко разделены. Была рок-музыка, был джаз, была такая какая-то советская песня, была советская академическая музыка. И вот тут надо было лично мне, как молодому композитору, очень, как сказать, крепко и радикально определиться, чтобы быть композитором. И вот тогда вот для меня в 71 году самое радикальное композиторское такое, как сказать, направление и состояние, это была серийная музыка, причем такого по типу Веберна, Штокхаузена. Вот, это совершенно, как сказать, чистая музыка, можно сказать, ученая музыка, в отличие от всех других музык, не допускающая никакой чувственности, никакой фантазии такой, вот, как сказать, романтической. Это работа с серией. Что такое серия? Серия – это ряд звуков, и вот эта серия, раз навсегда данная, должна подвергаться разным вариациям. Вот. И, собственно говоря, человек, который работает в серии, он практически становится рабом серии. То есть тут уже не до фантазии, тут не до каких-то страстей, тут не до каких-то вообще, так сказать, переживаний. И, собственно говоря, как сказал Адорно про последние, то есть одни из последних вещей Веберна, что Веберн вместо того, чтобы сочинять, он молитвенно складывает руки перед звуками. То есть звуки начинают распоряжаться тобой. Не ты сочиняешь, но звуки распоряжаются тобой. И вот это содружение звуком, оно действительно получается очень радикально, потому что это некая такая стерильная, если можно сказать, музыка, отмежевываешься от всех жизненных таких процессов человеческих, и это просто выращивание каких-то кристаллов. Скорее всего, это ближе к какой-то пифагорейской такой идее, может быть, небесной музыки, но чего-то совершенно такого отрешенного, кристаллического и не связанного с человеческими чувствами. Поэтому, значит, здесь вот название этого концерта тоже, игра в бисер, она очень сюда подходит, потому что музыка – это не столько, как сказать, выражение каких-то чувств, эмоций, сколько действительно игра в бисер. И здесь вот очень большое значение имеет вот эта национальная игра, за которой практически она настолько действительно сложна, что и так быстро происходит, что практически рядовой слушатель, даже не просто рядовой слушатель, профессиональный слушатель, он не может уловить. Вот, допустим, если я сам тебя очень много уловил, я уже почти что наизусть знал все партитуры Веберна, так, визуально, да, но на слух это услышать невозможно. Но несмотря на то, что на слух это услышать невозможно, но это есть. И вот то, что это есть, но это невозможно услышать, это создает некую такую вот ауру вокруг этого, которая, ну, мы сейчас проверим, есть это или не есть. В общем, каждый на свой страх и риск это проверит. Значит, вот сейчас первая вещь будет. Кстати говоря, вот эта первая вещь, она интересна чем? Потому что если бы я был бы таким композитором присяжным и проставлял бы опус, это был бы опус номер один. То есть вот эта вещь, как бы визитная карточка, с которой я, это в 71 году написано, с которым я мог появиться перед такими композиторами, как Шнитке, Губайдуллина, Денисов или Сильвестров. То есть мне не было, вот я мог это предъявить, мог предъявить Алексею Любимову, мог предъявить Кабакову или Штернбергу, допустим, да, то есть это такая, в общем, вещь, в общем, как бы элитарная и предназначена как бы вот для знатоков. Это действительно ученая музыка, предназначена для Шнитке,
Кабакову, там, Штернберга. Вот. И, значит, носит название гексаграмма. То есть гексаграмма – это фигура и фигура с пояснением. То есть гексаграмма – это часть книги «Перемен». Это шесть линий, прерванная и сплошная линия, которые в данном случае здесь, значит, передаются отрывистые ноты, взятые с форцанда, и длительные ноты именно на пианиссимо. И вот здесь, значит, тут несколько, как сказать, пугостов комбинации. Во-первых, комбинации серии, а во-вторых, комбинации вот этих форте и пиано, и поэтому, значит, вот гексаграмма. Ну, в общем, вот.
Совершенно зеркальное отражение строгого стиля, потому что, в принципе, вот можно сказать, вот эта вибернянская такая вот стезя, в общем-то, это строгий стиль, только наоборот. Если строгий стиль, он весь построен на консонансах и не допускает даже вот каких-то проходящих диссонансов, то тут все наоборот, не допускается консонантность. Она исключается, и в этом тоже какая-то строгостильность получается. Вот теперь следующая вещь, которая сейчас будет сыграна, это соната для скрипки с фортепиано. Значит, здесь получается так, что вот это вот сейчас вот три подряд вещи, две подряд вещи будут сыграны. Это как бы вот это не такой негласный цикл, но такое подназвание, чтобы было понятно, это эпистола Амарона, то есть любовные послания. Практически это какие-то варианты, идеальные варианты как бы совместного сожительства, если так можно сказать, которые отстроены на зеркальности. Тут вот, значит, зеркальность во всех, как сказать, возможных измерениях, и в микро, и в макро. То есть тут все построено на рукоходах, на обращениях, на отражениях, на инверсиях. И опять-таки в основе всего этого лежит одна серия, но теперь, значит, эта серия разнесена на два, так сказать, акустических вот этих, так сказать, очага, на скрипку и на фортепиано. И, значит, каждый из них практически это как бы канон, можно сказать, ну, вот, как вам сказать, музыкальный канон, но канон очень усложненный, потому что этот канон не просто, когда один голос повторяет другой, а он повторяет увеличение, в обращении, в инверсиях и так далее. И вот эти сочетания, в общем, можно сказать, это полимандрон в полимандроне. И, значит, еще что надо сказать, это трехчастная соната, где вот эта зеркальность с каждой частью увеличивается. Если еще в первой части там остаются даже какие-то ассоциации, может быть, сонатной формы в бетховенском смысле, там главные побочные темы как бы есть. Во второй части, которая построена чисто по принципу эхо, вот эта зеркальность усиливается, а в третьей части это просто такой тотальный канон, который не знает никаких иных вот форм, кроме этого канона как такового. Это вот такое какое-то идеальное слияние как бы двух любовников, если так можно сказать. Хотя в музыке, наверное, эмоционально это никак не отражается.
Thank you.
Да, ну я не знаю, сейчас там все странно, как я не знаю, какое у вас там ощущение возникает, но всегда вот лично к чему тут стремишься, это к некому такому безвоздушному пространству, где, так сказать, уже все человеческое остается где-то
вне пределов. То есть тут действительно, если вообще можно говорить о каком-то удовольствии, то удовольствие просто от самого вот этого сочетания звуков, которое продиктовано не мной. Тут опять-таки, я не знаю, как это, ну, воспринимается, но когда сейчас уже невозможно писать такую музыку, и не надо, да? Но в принципе это очень интересно, потому что музыка диктует. То есть вот сами вот эти расположения серийных звуков и их сочетания, они, как говорится, сами становятся в пазы, и остается только, значит, вот их как фиксировать. И сейчас вот будет тоже сыграна вещь немножко в другом роде. Это тоже, в принципе, как бы она относится вот к этому, такому, такой рубрике «Пестуга Мороза», значит, любовные послания. Но, значит, здесь, если тут были два акустических, так сказать, разных совершенно очага, то один, то есть два очага совершенно сходные, которые переплетаются между собой. Значит, если здесь вот эти, так сказать, любовные объяснения были на контрасте вот этом акустическом, здесь максимальное слияние. И здесь вот тоже такой момент. Это абсолютно такая тоже серийная высчитанная вещь, где нет ни одного, так сказать, случайного звука сочиненного. Но здесь происходит немножко другая вещь. Если вот в сонате идет такое совершенно отстранение от всего вот такого человеческого, то есть хочется пребывать в этом безвоздушном пространстве, где нет ничего человеческого, здесь вдруг вот в этих вот концовках, в тех вот вещах, которые вы сейчас услышите, тут как бы все время пытается что-то человеческое проскользнуть. Тут все время, значит, какие-то получаются реминисценции, как сказать, романтические, даже какие-то очень красивые, как бы романтические. Но это все, как сказать, фикции, потому что они на самом деле, они все просчитаны. Это, как вы знаете, в принципе, вот это такое, в детстве было такое развлечение довольно жестокое, там паук косит ножку, вот у него отрывали ножки, и эти ножки дрыгались уже без паука. И, в принципе, тут вот вся идея в том, что вот это как бы квазиромантическое вот это начинающееся звучание, это уже вообще-то оторванная ножка уже. И поэтому здесь, конечно, более ценно, опять-таки, вот эта взвесь какого-то вот безвоздушного пространства и наслаждение вот этим звуком, слияние двух одинаковых акустических инструментов, которые сливаются, то расходятся. Ну, в общем, вот такая задача. Но это, в общем, тоже, как сказать, «Эпистола Мороза», но все-таки это все время с приставкой «пост», потому что вот ну, Тристан и Изольда как бы тогда, мне казалось, невозможно. Поэтому, значит, вот эти ножки паука, косиножки, в общем.
так, вот, значит, сейчас будет следующая вещь, варианты. Тоже она абсолютно серийная, но, значит, здесь вот большая тоже разница. Здесь, если вот в этих консонных, вот эти как бы романтические реминисценции, которые получаются из серии, они не настоящие, они, даже когда они кажутся как мелодические, то есть они вычленены из серии, и тут создается впечатление, что вот-вот и вдруг что-то заговорится человеческим голосом. Вот. А следующая вещь, тут уже вот этой надежды как-то быть не может, потому что уже человеческого голоса уже как бы быть не может, хотя есть вот акустические возможности этого голоса. И, значит, варианты, тут, значит, почему это называется еще вариантами, потому что действительно это строго серийная вещь, но это строго серийная вещь, которая еще совмещена с так называемый момент формы, форма момент, это штокгаузенское такое изображение, где, в общем, партитуры или ноты, они делятся на фрагменты, на модули, и эти модули можно играть, ну, не то что в разные последовательности, но с разных мест. Значит, вот эта вещь, она состоит из целого ряда кругов, там их там около 8 кругов, и, значит, есть круг у фортепиано, есть круг у скрипки. Но дело в том, что они всегда начинаются с разных мест и никогда не могут быть исполнены, в общем, как бы одинаково. То есть, конечно, можно специально это сделать. Вот. И, значит, все дело в том, что как бы эта вещь не должна быть исполнена дважды одинаково. Но, как сказать, искусство, ну, как, ну, искусство, требования искусства зависит, требует того, что как бы для зрителей, для публики это было незаметно, что все время как бы звучит одно и то же. То есть, в принципе, здесь есть усредненный какой-то модус звучания, который как бы все время соблюдается. Но дело в том, что это как вот калейдоскоп такой, который, значит, вот стекляшки, они одни и те же, но складываются в разные фигуры. И, значит, тоже вот эта вещь, она в конечном итоге как бы, по идее, сегодня так не будет, она должна как бы превращаться в некое такое ритуальное такое заклинание, в какой-то степени монотонное, которое может длиться довольно длительное время. Но сейчас это самый короткий вариант, потому что практически это будет вот сыграно один из, так сказать, вариантов, а вместе с тем подразумевается, если это исполнение более, так сказать, подразумевающиеся какой-то временной отрезок, то тут эти варианты могут следовать друг за другом. Здесь, значит, мы ограничимся только вот самым минимальным набором. Thank you.
Да, и в заключение я сыграю уже, значит, сам теперь уже. И, то есть, вот это все действительно были такие вещи, как вот это чисто композиторские такие, как сказать, уже чисто композиторская музыка. И вот после 73-го года, в 74-м годе у нас я начал в рок-группе, мы начали играть, и, в общем, пошли вот эти, как сказать, уже синтетические какие-то дела, вот это... Стерильная чистота композиторская уже оказалась мне неуместной. И, ну, в общем, я сейчас сыграю вот такую вещь, которая в ней еще как бы это сохранилась, намек на эту стерильность, но уже она очень сильно, так сказать, прошла апробацию через минимализм, ну, не чистый минимализм, но, во всяком случае, здесь есть вот уже вот эта подвижка к некомпозиторским методикам. Thank you.
Thank you.